Друзья, всем привет! С вами я, Давид. И вот проснулся утром и хочу показать такой ролик вам, который, наверное, назову «Любовь». И что такое любовь? Это когда ты каждое утро просыпаешься и... Ну, вон еще один. Вон еще один. Мой главный песик. Помните мою черную собаку, который очень давно был у меня, который умер? Вот, в честь его назвал вот этого моего красавца черненького Искуса. Держу его отдельно, так как он любит драться. И вообще все любят драться. И вот эта девушка тоже любит драться. Всех сильнее, короче, эти двое. Там трое, еще один вон там красный есть, тоже непобедимый. Вот. Видите, у них тут косточки, мясо. Этот геркулесовская каша на основе этой косточек, ну, сварил я им несколько дней назад. И вот они у меня кушают. И вот я, у меня все замерзло. Здесь у меня каша ихняя. Нельзя. Короче, камни. И вот что такое любовь собакам. Вот. И вообще, когда ты утром просыпаешься, блин, вот не да. Все. Так, ждем. Одной рукой неудобно. И вообще я сделал неправильно. Пойдем сюда, идем. Вот как с ними надо. Ай, кучу. Молодые мои. Вот этот. Джана, сидеть. Джана уже послушная, а те еще невоспитанные, потому что я их не воспитываю. Нельзя. Вот. Вот это моя львица. Вот. Львица. Похоже на львицу. Самая сильная. А, вот. Нельзя. Вот еще красный. Смотри. Опять подцепился. Нельзя. Нельзя. Нет. Чего? Я. Все. Да. Все. Ты хороший, ты не дерешься. Все. Ай, опять. Что за безобразие такое? Нет. Все. Все, ты не дерешься, ты хороший мальчик. Все. Ты не дерешься. Это что такое? А? Все. Нет, не деремся. Вот это красный еще сильный. Пойдем кушать, идем. Вот, друзья. Вот такая у нас эта обстановка. Идем ко мне. Эй, маленький, идем сюда. Чуть-чуть я все сделал не так. Ну, ничего, зато интересно. Ко мне. Идем сюда. Идем. Давай, ты пойдем. Тебя сюда нельзя.
нет. Левица, остаемся, остаемся. Нельзя. Нельзя. Все, закрыли. Так. Где вот? Смотрите, на Дину похоже. Похоже на Дину. Когда еще где-то неделю назад вот этот мелочь, который самый маленький, самый сильный был, всех давал по попкам. А сейчас те выросли и сопротивляются. Она теперь ничего не может им сделать. Эй, маленькая. Сидим, ждем. Сейчас все уроните, а я, видите, с телефона одной рукой. А вы как себя ведете? А? Как вы себя ведете? Вы себя видели? Как вы себя ведете? А? Вы как себя ведете? Вроде как хватит. Вон они. Так, мне теперь надо как-то открыть дверь. Как-то открыть дверь. И дать им покушать. Молодцы. Вот это у нас происходит с собаками. И пойдем мы дальше выражать свою любовь голубям. Пойдем кормить голубей, снимать про голубей. Так, кто у меня есть, кто тут? Мальчик. Кстати, друзья, вот в этом видео они уже у меня поступили в продажу. Вот эти щенки. Это армянский волкодав. Собаки очень умные. Очень хорошо охраняют двор. Так как в моих видео уже, наверное, заметили, как они охраняют. Охраняют умом, не просто лают там. Так что поступи.